Дженсен. Дженсен, как слышно? Плохо. Я в Панхее, Причард. От шерифа или делегатов ООН что-нибудь слышно? Никого. Вскоре после речи Дэру установку перевели в режим изоляции. Не пойму, жив ли там хоть кто-нибудь. Трансляция сигнала продолжается. А значит, мы все в опасности, пока я ее не остановлю. Сначала придется отключить режим изоляции. Ищи главный пульт управления наверху вышки. Ричард, центр вещания Панхей находится в нижней части установки. Да, но из-за изоляции все входы перекрыты.
Ты не сможешь туда спуститься, пока вручную их не отключишь. С верхней части вышки. Ясно. Не стоит вам этого делать, мистер Дженсон. Отключите режим изоляции, и все демоны этой станции тут же набросятся на нас. Боитесь смерти, Дэрол? Или последствий того, что натворили? О, я в курсе, что я творю, поверьте. И меня это не радует. И все же вы на это пошли? Я поступаю так, как необходимо. 20 лет назад я подарил миру технологию имплантов. Я думал, что дарю ему светлое будущее, но оказалось, что я дарю ему средства самоуничтожения. Никакие законы и постановления ООН этого не изменят. Там люди умирают. Сотни тысяч людей сходят с ума из-за вас. Мне нужно было убедить мир. До сегодняшнего дня некоторые считали, что мы должны украсть у богов огонь и изменить человеческую природу. Но человеческая природа — это единственное, что дает нам моральные ценности и социальные навыки, необходимые для мирного существования. Уничтожив это, мы уничтожим весь наш род. Не надо строить из себя героя. То, что вы делаете, безумно. Правда? Когда все кончится, иллюминаты не смогут контролировать таких, как вы, как они изначально рассчитывали. Никто не сможет использовать изобретенную мной технологию, чтобы превращать людей в нечто иное. Что, как мы оба знаем, уже происходит. Вы возомнили себя Франкенштейном, убивающим свое чудовище. Вообще-то, мистер Дженсон, я предпочитаю считать себя Дедалом, беспомощно наблюдающим, как его дитя падает в море. Я положу этому конец. Сейчас же. Вы не сможете. Сигнал генерируется центральным передатчиком этой базы. Система безопасности Панхеи запрограммирована защищать его. Она убьет вас, прежде чем вы сумеете подобраться. Вы разработчик системы, Дэру. Вы знаете, как отключить ее. Но не скажу. Можете считать это крайностью. Вы просто не понимаете. Чтобы пережить это столетие, люди должны выкинуть из головы дурацкие мысли о превосходстве и приготовиться к переменам. Но для этого им необходим жестокий урок. Пусть прольется кровь. Вы считаете, что человечество заслуживает наказания?
Единственное, что понимают люди – боль. Когда все закончится, некому будет готовиться к переменам. Ужас, который нам придется пережить по вашей милости, убьет в людях все человеческое. Я знал, что жертв не избежать, но думал, со временем человеческий дух возродится. История неоднократно показывала ограниченность и инертность человеческой расы. Единственное, что может расшевелить их как общество или как вид – трагедия, катастрофа. Я сожалею всей душой, но зная людей и представляя себе, какая опасность нам угрожает, не могу поступить иначе. Может быть, вы правы, а может быть и нет. Это не важно. Важно то, что случится. Завтра никто уже не станет слушать бред маньяка-убийцы. Сегодня вы один из величайших умов нашего времени, а завтра просто мясник. Бред маньяка-убийцы? Когда люди узнают, зачем я сделал это, узнают правду, конечно же, они поймут. Мой разум создал эту технологию. Моя мечта совратила Шарифа, Джао и всех тех, кто сейчас наживается на ней. Они хотят использовать мои разработки, не понимая, насколько опасны для человечества такие, как вы. И только я смог увидеть, предвидеть, понять, что на самом деле необходимо. Такие, как я. То есть не такие, как вы. Ваше изобретение изменило мир, а вы остались на месте. Покуда есть возможность, человечество будет развиваться с его помощью, но без вас. Пока, наконец, отец будущего не станет человеком прошлого. Они не могут превзойти меня, не понимаете? Вы действительно думаете, что поняли меня? Решили, что я преступник, которого легко запугать? Вперед! Вытрясите из меня коды! Нападайте! Докажите, что я был прав, что импланты лишили вас всего человеческого! Если вы лишены будущего, то и остальные его не заслуживают. Откройте глаза, Дэроу. Посмотрите, к чему ведет ваше безумие. Когда это закончится, не останется ничего, кроме ужаса и беззакония, царящих в руинах городов. Разве так можно хоть что-нибудь возродить? Нет, это совсем не то, чего я хотел. Что-то должно было остаться. Надежда на возрождение. Потому что без надежды не будет ничего. Я дам вам то, о чем вы просите, мистер Дженсен. Коды для отключения системы безопасности Панхеи. Но все равно это будет очень опасно. Эта система, большая ее часть, автономна и смертоносна. Думаю, вы поймете, когда увидите. Технология, которую я создал, ни для кого не станет желанным будущим. Прошу, помогите миру осознать это. Ричард, режим изоляции отключен. Возвращаюсь к ангару. Посмотрим, открылись ли двери. Кого-нибудь удалось найти? Есть несколько слабых сигналов, но помехи слишком большие. Боюсь, тебе придется действовать в одиночку, Дженсен. Что это с тобой, Фрис? Такое ощущение, что тебя это расстроило.
Причард. Режим изоляции отключен. Возвращаюсь к ангару. Посмотрим, открылись ли двери. Кого-нибудь удалось найти? Есть несколько слабых сигналов, но помехи слишком большие. Боюсь, тебе придется действовать в одиночку, Дженсен. Что это с тобой, Фрэнсис? Такое ощущение, что тебя это расстраивает. Говорит Уильям Таггарт. Если кто-нибудь меня слышит, умоляю, помогите. Мы забаррикадировались в главной серверной. Многие ранены. Пожалуйста, спасите нас. Пожалуйста, спасите нас. Это все у меня. Убегать! Убегать! Не надо, все у вас нет! Лучше для нас обоих!
Не могу из-за этого! Ненавижу вас! Я могу не делать тебе больно! Отойдите! Отойдите! Мистер Дженсен.
кто-нибудь? Вы меня слышите? У нас тут есть выжившие. Мы закрылись в машинном зале. Пожалуйста, помогите! Хватит убегать! Ну и как мне тебя поймать?